Всем хай, с вами я, Фредди Фазбер, и мы проходим Винсент. Игра создана FNAF 3D. В самой игре присутствуют три карты. Карта FNAF 1, PC FNAF 2 и PC FNAF 3. Именно эти три карты. Необходимо скачать кэш и саму игру. Давайте начнем с третьей части. Так, все понятно. Сейчас подождем. А, вот все. Давайте разбираться, как это все устроено. А то непонятно ничего. Ой. Я случайно увеличил. А, вот костюмы, маски. Так, там где-то есть Shadow. Фантом Фредди есть. Фиолетовая марионетка. Фух, он нас не заметил, кажется. Спринта, кажется, нас не заметил. Будем 6 часов до 6 часов ходить. Пустующей пиццерии. В котором бегает что-то зомби-кролик. Это еще страннее убитых детей, которые находятся в костюме аниматроников. О, 6 часов! Теперь еще сложнее. Так, жаль, что нельзя зайти в костюм. Чтобы там спрятаться. Я бы просто сдохнутый костюма. Наш бы герой сдохнутый костюм бы. Как все остальные они. Эй, куда все делось? Куда я попал? А, я просто спрятался. А. Что это за комната? Эта комната я не видел. А, и что? Так, эти мигания означают, что фантомы рядом. А, Спрингтрап! Спрингтрап нас убил! Ладно, эта игра будет в описании под видео, когда наберется 100 лайков. На этом все, дорогие друзья.